предыдущей серии. Быстрее, быстрее, быстрее! Нужно немедленно отсюда выбираться! Нужно как можно скорее убираться отсюда и ехать отсюда! Быстрее, быстрее! Запрыгивай, запрыгивай в машину! Офигеть! Просто это деревня! Деревня жителей! Деревня жителей! Да представляешь, Пиксель, этим жителям нужна наша помощь! Они говорят, что их деревня жителей полностью сгорела, и им чудом удалось выбраться! Так, жители, срочно, срочно берем еду и несем ко мне в домик. Подскажите, пожалуйста, а можно в деревню будет позвонить? Тогда мы все сможем обосноваться в этой замечательной деревне. Тут так красиво, так круто. Алло, алло, да, я слушаю. Едьте в деревню жителей номер 13. Тут нас приютили. Нам даже чай горячий дали. Немедленно едьте сюда, всей деревней. Тут, конечно, немного, Пиксель, но зато, как нам кажется, есть все самое необходимое. Да какой немного, жители, вы с ума сошли, вы просто красавчики. Тут и еда, и сладости, и газировка. Еще и кроватки принесли, печечка, верстачок, сундучок, ну вы просто молодчинки. Теперь наши новые друзья, которым так сильно нужна помощь, смогут поспать, покушать, отдохнуть, скрафтить себе какие-то дополнительные принадлежности, да и в принципе встать на ноги. Жители, вам огромное спасибо, вы настоящие красавчики, можете идти в принципе. А я сейчас попробую где-то разместить наших новых друзей. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Носатые очень хорошо постарались, и теперь мы можем где-то разместить вот этих двух жителей. Вы, кстати, в деревню свою позвонили? Да, конечно, мы позвонили, огромное спасибо! Вам сообщили, что деревня жителей полностью уничтожены и все разбежались. Слышать это на самом деле, ну, довольно-таки грустно. Но самое главное, что с вами сейчас все в порядке, вы в надежных руках. Вы можете пока что перекусить, переодеться, помыться, отдохнуть, полежать на кроватках, а я вместе с подписчиками займусь вашим размещением. Поскольку в нашей деревне есть неиспользуемые домики, мне кажется, что мы вместе с вами можем разместить там носатых. Уж не знаю, будут ли они спустя время возвращаться в свою деревню, но в любом случае, прямо сейчас им необходимо находиться в безопасности и действительно немного отдохнуть. Да, среди жителей нашей с вами деревни есть носатые, которые не хотят им помогать, но, как мне кажется, ребята, это все временно. В любом случае, мы обязаны им помочь. В такую сложную минуту кто-то должен быть рядом. Поэтому я прямо сейчас быстренько вместе с вами добуду немножечко, буквально капелюшечку материалов, для того, чтобы немного оживить вот эти два домика. В них вообще никто не живет, поэтому, ну, блин, ребята, а чё им простаивать? Пускай вот эти носатые, которые потеряли абсолютно все, хотя бы немножечко, ну, будут чувствовать себя как дома. Пока они там отдыхают, я буду заниматься модернизацией этого жилья. Слушай, носатый, может, мы зря сюда всю деревню позвали, а если нас выгонят? Да кто нас выгонит? Ты сам посмотри, какие тут добрые люди живут, вот какой стол нам накрыли. Наверняка в деревне всем хватит места. И еды в том числе. Морковка в 1000 раз вкуснее, чем у нас. О, господи, какая курочка. Так что хватит тут причитать. Наши друзья приедут в деревню, и мы будем жить тут вместе. Да ты сам подумай, ну где они разместят столько жителей? Вот этот паренек, который нам помогает, обязательно что-то придумает. Ты видишь, как его тут слушают? Он, наверное, мэр этой деревни или что-то подобное. Но человек очень и очень влиятельный. И параллельно с этим очень добрый, он точно не выгонит ни нас, ни наших друзей. Друзей, которые совсем скоро должны приехать в эту деревню. И нас тут станет гораздо-гораздо больше. И с каждой минутой их будет приезжать все больше и больше, больше и больше. Ох, как же я рад, что наша машина поломалась именно возле этой деревни. Ну не знаю, мне эта затея очень не нравится, нас реально выгонят. Да хватит уже это говорить, не выгонит нас никто, ну замолчи ты. Давай лучше дальше наслаждаться этой...
Господи, вкуснейшей едой кушай, пока не пропало. А то сейчас приедет огромное количество наших друзей, еды нам точно не хватит. Остается только повесить сюда два факела, и, как мне кажется, получилось супер уютно. Ребята, ну вы только посмотрите на это. Я сам не ожидал, что из подвала получится сделать такое уютное жилище, да и плюс ко всему очень теплое. Я использовал огромное количество древесины, здесь сделал вот такую вот красивую подпорку, да и места здесь на самом деле полностью предостаточно. Два носатых здесь с легкостью смогут разместиться. А если вдруг места будет мало, то вот здесь, ребята, я тоже заменил землю на булыжник. Обязательно поставьте лайк на это видео, если вам понравилась модернизация подвала. Я уверен, что пока я занимался строительством, носатые хорошо перекусили, отдохнули, и теперь их можно проводить в их новое жилище. А что тут, собственно, происходит? А я тебе говорю, Пиксель, что не лучшая идея оставлять этих жителей? Это еще почему? Вы че тут вообще столпились? Че за ерунда тут происходит? А почему жителей стало больше? Понимаете, мы просто решили друзей своих позвать, им тоже жить негде. Это, конечно, очень здорово, слушайте, но, блин, у нас не хватит места для того, чтобы разместить всех жителей. Ну а что им теперь делать? Ну не выгоните же вы их на улицу. Ну да, на улицу мы вряд ли выгоним, это будет как-то неправильно. Ё-моё, ну что тогда сказать? Ну добро пожаловать, жители! От лица деревни жителей номер 13 мы вам очень сильно соболезнуем. Разрушение деревни — это огромная потеря. Вы не переживайте, мы сейчас обязательно что-нибудь придумаем и еды вам, собственно, найдем. И с домиками тоже что-нибудь нарешаем. Пиксель, ну это перебор, ну нам реально негде их разместить. Мы все, конечно, понимаем. Два жителя это еще куда ни шло, но их очень много. Ой, да ладно вам, носатые, они пару дней у нас перекантуются, а потом наверняка пойдут к себе в деревню. Да и тем более, ну не так уж их и много. Ну сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6 жителей. Ну ничего страшного. Троих или даже четверых носатых поселим в тех домиках. Одного жителя я к себе смогу приютить, а еще одному найдем, где расположиться. Не переживайте. Сейчас самое главное решить вопрос с вашей кормежкой, потому что еды нужно уже гораздо больше. Я, конечно, прямо сейчас возьму абсолютно все яблоки, ну, чтобы они с дороги хотя бы чем-то перекусили, а после чего начнем заниматься уже более важными делами. Так, носатый, ну чё вы стали? Ну, гости приехали, давайте там еды какой-то, картошечки, моркошечки. Если есть у кого лишние кровати, то тоже несите сюда. А вам пока что, ну, ё-моё, приятного аппетита и добро пожаловать! Ох, спасибо вам огромное, что приютили наших друзей, вы очень добрые! Ой, да не за что. Я уверен, в нашей ситуации поступил бы так абсолютно каждый. Правда, ребята? Если это так, обязательно напишите об этом в комментариях. Не нравится мне это, Пиксель. Ты будь аккуратнее. Да хватит уже, носатый. Ну хватит, ну будь ты добрее. У них действительно горе случилось. А ты стоишь и прямо перед ними говоришь такие гадости. Это невоспитанно. Ужас просто какой-то. Я прямо сейчас, ребята, вместе с вами быстренько сбегаю к мэру, чтобы обо всем договориться. О, Пиксель, я как раз таки тебя искала. Что это за новые жители у нас на улице? Да представляешь, у них деревня дотла сгорела. Вот они и пришли к нам помощи просить. Ехали на машине, разбились тут случайно. Ну, мы решили их пригреть, приютить. Ну, сам понимаешь. Я вот к тебе и пришел, собственно, посоветоваться. А где мы можем этих жителей разместить? Домиков-то не хватает. Я вот думаю, может, на чердаке у тебя несколько кроватей поставим? Пиксель, да ты с ума сошел? Ты видел, сколько их там? Какие кровати? На каком чердаке? Да что ты раскричался, мэр, их там всего 6 человек, да нормально все будет. Я домики, в которых никто не живет, уже восстановил, там кровати поставим. У меня дома парочку кроватей, у тебя на чердаке, и все будет нормально. Да какой нормально, Пиксель, какой 6 человек, ты психованный. Да что ты кричишь, мэр, да что тебе не нравится, ну ё-моё, разместим там несколько носатых. А что это там за толпа собралась? А я тебе о чем? Там далеко не 6 жителей. Да это они с нашими, наверное, смешалось. Их буквально минуту назад 6 носатых было. Не может их стать так много за секунды. Это еще что такое? Вас почему так много? Ну, у нас же полностью деревня сгорела. Нам всем нужно убежище. Носатые, да вы с ума сошли. Вас изначально двое было, ну потом 6. Это еще куда не шло. Вас сейчас даже пересчитать невозможно. Не-не-не, Пиксель, мы
их в деревню не пустим, их слишком много! Да подождите вы, носатые, подождите! Не парите горячку, как говорится! Давайте как-то вместе во всем разберемся, ну мы вас действительно всех не пустим! Вы чё, нас на улицу выгоните? Да ну нет, конечно, ну блин, вы не поместитесь! У нас в деревне жителей меньше живет! Это просто невозможно! Вас огромное количество! Когда я соглашался помочь, я не думал, что носатых станет настолько больше, но вы только взгляните на это! И что-то мне подсказывает, что с каждой секундой они будут прибавляться! Ну вы что, правда нас тут оставите? Но вы же добрые, вы же не такие! Да мы правда добрые, я бы рад вам помочь, но вы реально не поместитесь, ну ё-моё, ну как вы не понимаете? Не-не-не, Пиксель, они не пройдут, деревня в черт пойми что превратится! Мы с жителями никуда их не пустим, мы будем закрывать деревню!